Здравствуйте! В этом видео хочу связать вместе с вами красивую снежинку. Такая снежинка может украсить новогоднюю елочку, может послужить как брошка и может еще послужить как украшение для волос, если снизу с изнаночной стороны снежинки пришить вот такую резиночку. Для работы я беру хлопковую нить в 50 граммах 226 метров. Крючком я буду вязать 1,5. Еще для работы понадобится немного наполнителя, 2 бусинки для глазок, черная ниточка, ее мы будем пришивать глазки и сразу вышивать бровки, и немного розовой нити для ротика, улыбки, снежинки. Итак, приступим к вязанию. И сначала будем провязывать личико снежинки. Вначале у нас закрепительная петля. Затем вяжем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Это первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду провяжем 6 прибавлений. В каждый столбик предыдущего ряда будем провязывать по 2 столбика без накида. У нас получится 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и последнее прибавление 11 и 12. И проверим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков без накида. Всего будем вязать 5 рядов. У нас с вами потом получится 36 столбиков, 30 столбиков без накида. Это я говорю для тех, кто более опытен и сами могут провязать кружок. Ну а с остальными мы будем продолжать вязать вместе. Итак, 2 ряда мы провязали, третий круговой ряд. Снова прибавление 6 столбиков без накида. И теперь будем прибавлять, провязывая столбик без накида и прибавление. У нас получится 18 столбиков без накида. Провязываем столбик без накида, первое прибавление, столбик без накида, второе прибавление, столбик без накида, третье прибавление, столбик без накида, четвертое прибавление, столбик без накида, пятое прибавление, и повторим еще один раз, столбик без накида и шестое прибавление. У нас с вами теперь 18 столбиков без накида. Четвертый круговой ряд. Теперь будем провязывать 2 столбика без накида, затем прибавление. Получится у нас 24 столбика без накида. Провязываем 1, 2, первое прибавление, 1,
2. Второе прибавление провязываем из одной петли основания 2 столбика без накида. 1, 2. Третье прибавление. 1, 2. Четвертое прибавление. 1, 2. Пятое прибавление. И повторяем еще один раз. 1, 2. И шестое прибавление. Провязали 4 круговых ряда. Сейчас у нас в ряду 24 столбика без накида. Пятый круговой ряд. Снова прибавление. 6 столбиков без накида. Теперь будем чередовать, провязав 1, 2, 3 столбика без накида. Затем следует прибавление. Так повторяем 6 раз. 1, 2, 3. Первое прибавление. 1, 2, 3. Второе прибавление. 1, 2, 3. Третье прибавление. Провязываем 2 столбика без накида из одной петли. 1, 2, 3. Четвертое прибавление. 1, 2, 3. Пятое прибавление. И повторяем еще один раз. 1, 2, 3. И последнее, шестое прибавление. И у нас с вами сейчас 30 столбиков без накида. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Теперь провяжем один ряд. Без прибавлений 30 столбиков без накида по кругу. Итак, провязываем по кругу столбики без накида 30 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Провязали шестой круговой ряд. Седьмой круговой ряд мы будем провязывать также 30 столбиков без накида, но за заднюю стенку петли. Провязываем за заднюю стенку петли 30 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И до конца ряда провязываем также за заднюю стенку петли. Еще 25 столбиков.
провязали 30 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Теперь будем закрывать донышко, вязать и будем уменьшать. Теперь будем вязать по 6 убавлений в каждом ряду. Итак, первый ряд с убавлениями. Провязываем 1, 2, 3, затем 2 петли провязываем вместе. У нас должно получиться с вами 24 столбика без накида. Провязываем 1, 2, 3. Убавление. Провязываем 2 столбика вместе. Это первое убавление. Таких убавлений у нас будет 6. 1, 2, 3. И второе убавление. Провязываем 2 столбика вместе. 1, 2, 3. Третье убавление. Один, два, три, четвертое убавление, один, два, три. Пятое убавление. И повторим еще один раз. Один, два, три. И последнее, шестое убавление. Следующий ряд снова 6 убавлений. И у нас должно быть получиться с вами 18 столбиков без накида. Теперь мы чередуем, провязывая 1, 2 и убавление. Провязываем 1, 2 и первое убавление. 1, 2, второе убавление, 1, 2, третье убавление. 1, 2, 4 убавление, 1, у меня поломался крючок, 2, 5 убавление. 1, 2 и последний раз. 6 убавление в этом круговом ряду. Следующий ряд снова провязываем убавление и затем наполним немного наполнителя. И теперь будем чередовать, провязывая столбик без накида и убавление. Так будем повторять 6 раз. Провязываем столбик без накида. И первое убавление.
И так повторим еще 5 раз. Провязали мы 10 ряд, 12 столбиков без накида и наполнили наполнителем нашу заготовку. И теперь провяжем еще один ряд по 2 столбика без накида, будем провязывать вместе. И так до конца, пока у нас закроется наше отверстие. Так, по 2 столбика провязываем до того момента, как у нас закроется отверстие. Отверстие закрыто. И теперь, чтобы не обрывать ниточку, пройдемся до столбика, который мы вязали с вами за заднюю стеночку. Вот видно оно. Пройдемся соединительными петлями. И теперь будем провязывать лучики, снежинки. Провяжем за заднюю стенку. У нас оставленный вот заднюю вязали. У нас вот видны вот такие. Видите? Петелечки. И вот за них мы будем далее вязать. Итак, провяжем первый столбик без накида. Затем свяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь мы пропускаем одну петлю, в следующую провязываем столбик без накида. Затем свяжем 2 столбика без накида. Между лучиками у нас будут провязаны по 2 столбика без накида. 1, 2. Снова вяжем лучик, столбик без накида, 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 1 столбик. И далее вяжем столбик без накида. Итак, вязание у нас повторяется. Затем свяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И следующий лучик провязываем столбик без накида. 7 воздушных петель и столбик без накида, пропустив между столбиком без накида одну петельку. И у нас должно получиться с вами 6 лучиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, провязываем до конца ряда. Провязали до конца, и у нас образовалось 6 арочек, лучиков, снежинки из 7 воздушных петель. И провяжем первый лучик. По цепочку из 7 воздушных петелек провяжем 2 столбика без накида. 1, 2, затем 2 воздушные петли. 1, 2, 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Затем свяжем 3 столбика с 2 накидами. И над средним провяжем пико из 5 воздушных петель. Вяжем первый столбик. 1, 2 накида. Второй столбик. И над ним провязываем пико из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5.
соединительная петля в верхушку столбика с двумя накидами. Затем свяжем еще один столбик с двумя накидами. Три столбика с одним накидом. Один, два, три. Две воздушные петли и два столбика без накида. Один, два. Так мы с вами провязали первый лучик. Здесь у нас столбики без накида и провязываем. Это у нас столбик идет к лучику. И вот эти два средних столбика, над ними провязываем столбики без накида. Один, два. И затем приступаем к обвязыванию следующей арочки из 7 воздушных петель. Снова провязываем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 2 накида, провязываем столбик с двумя накидами. И над вторым столбиком с двумя накидами провязываем 5 воздушных петель. И делаем пико. Затем снова провязываем столбик с двумя накидами. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 1, 2 и 2 столбика без накида, 1, 2. И здесь над столбиками без накида провязываем 2 столбика без накида, 1, 2. И так продолжаем вязать до конца ряда, обвязывая каждый из лучиков снежинки. Обвязали мы все 6 лучиков снежинки. И теперь нам еще связать осталось один ряд. И будем вязать следующим образом. Вот у нас 2 петли, 2 столбика без накида, которые мы начинали обвязывать лучик снежинки. Провязываем над ними соединительные петли. Один, два. Затем у нас идет 2 воздушные петли. Под них провязываем столбик без накида. Над столбиком с одним накидом предыдущего ряда провязываем столбик без накида и пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3 воздушные петли и соединительная петля. Провязали пико. Затем снова вяжем над следующим столбиком столбик без накида. Далее столбик без накида и пико. 1, 2, 3 и соединительная петля. Далее столбик без накида. И теперь будем вязать в кольцо из 5 воздушных петель. Провяжем в начале 2 столбика без накида. 1, 2. Затем свяжем столбик без накида и пико. Столбик без накида, 3 воздушные петли.
и соединительная петля. Провязали пико. Далее свяжем 2 столбика без накида. Так мы обвязали с вами кольцо из 5 воздушных петель. И продолжаем вязание с другой стороны. Провязываем в начале столбик без накида. На следующем столбиком предыдущего ряда провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли и соединительная петля. То есть провязали столбик без накида с пико. Затем вяжем столбик без накида, а над следующим столбиком предыдущего ряда провязываем снова столбик без накида и пико. Под цепочку из 2 воздушных петелек провязываем столбик без накида. Так мы обвязали с вами первый лучик. Но у нас еще осталось здесь соединительные петли. Вот у нас 2 петли. Это с лучика. И затем между ними еще, между лучиками еще 2 петельки. Провязываем также под первую соединительную петлю. То есть у нас получается теперь провязывается между лучиками 3 соединительных петли, затем 3 воздушные петли и снова 3 соединительные петли. И так мы переходим сразу к обвязыванию второго лучика. Значит, в конце обвязки первого лучика провязываем после пико столбик без накида под цепочку из 2 воздушных петель, 3 соединительные петли над столбиками, 3 воздушные и снова 3 соединительные петли. И затем вязание повторяется. Провязываем столбик без накида под цепочку из 2 воздушных петель и далее продолжаем обвязывать лучик снежинки. И так вяжем до конца ряда. Довязав до конца ряда, здесь мы провязываем еще 3 воздушные петли после 3 соединительных столбиков. И у нас еще здесь остается 1 столбик соединительный, так как перед этим мы уже 2 соединительных столбика вязали. И теперь можно ниточку обрезать. И аккуратненько спрятать ее с изнаночной стороны работы. И вот наша снежинка готова. И теперь давайте пришьем глазки. И одновременно, кто хочет, можно и вышить бровки. Глазки пришиты, бровки вышиты. И теперь давайте сделаем ей вот такой вот носик, чтобы она у нас была курносенькая. Возьмем ниточку белого цвета, заправим ее в иголочку и начнем вышивать носик. И вот такими стежками несколько раз придадим такую курносость нашей снежинке. И когда носик будет готов, заправим в иголочку розовую ниточку и будем вышивать ротик. Носик готов и сделаем улыбку. С изнаночной стороны вводим иголочку и определяемся, где у нас будет улыбка. Я думаю, что достаточно будет 2 стежков, если ниточка вот такая же, как у меня, толстенькая. Я думаю, что у каждого будет своя улыбка. И затем нить закрепляем. И вот такая у нас снежинка получается. Кто будет вязать такую снежинку для украшения волос, то сзади еще пришивается вот такая резиночка.
как у меня. Я с вами буду на этом прощаться. Всего вам доброго. Спасибо, что вязали вместе. И до скорой встречи.